сначала мы дышали вот так, да? А теперь начали использовать паузы, двойные вдохи, двойные выдохи. И вот одно из упражнений, да? Вот, еще один элемент. Так, сейчас его вспомню. Сейчас. То есть тут большая пауза. То есть такая большая пауза, и потом уже паузу сокращаем. Вот, ну и потом уже можно какие-то еще усложнения делать. Ну, например, один из сложных элементов это вот, например, такой.